Дом по улице Елизаветы Чавдар, 3. 25-этажная кирпичная новостройка 2009 года. Парадные в хорошем состоянии, есть консьержи. Территория у дома чистая и ухоженная. Мест для парковки у дома немного, но они есть. Первые два этажа занимают нежилые помещения. Во дворе вполне просторная детская площадка. В 200 метрах станция метро Осокорки. Состояние в целом хорошее.